Ты стройная, как бездомная собака. А ты умеешь делать комплименты. Сидит мужик на рыбалке и пристально смотрит на поплавок. Мимо проплывает крокодил. Увидел рыбака, смотрит. Спустя минуту спрашивает. Что, мужик, не клюет? Нет. Может, пока искупаешься? Никак не получается потратить деньги с умом. То мани хватает, то денег. Сань, ты когда мне деньги вернешь? Давай 30 февраля подъеду и все отдам. Договорились. А то я думал, ты опять меня кинуть хочешь. После долгого скандала жена уже устала орать на мужа и хотела было успокоиться. Но тут он сказал ей: «Успокойся». Дед, у меня в сети 2000 друзей, а у меня, внучек, за всю жизнь был только один друг. Раз я под лед провалился, а он меня вытащил, и я ему не лайк поставил, а бутылку водки. Ищу красивого молодого человека с голубыми глазами, который страстно обнял меня в маршрутке, чтобы я не упала. Верни телефон, гад. Два психа сидят в коридоре психушки. Мимо проходит медсестра и пытается открыть какую-то дверь. У нее не получается. Психи. Дергай сильнее. Она дергает ручку сильнее. Дверь все равно не открывается. Медсестра задумчиво. Наверное, закрыта. Психи. Да нет, она просто открывается в другую сторону. Мы думали, тебе ручка нужна. Мне интересно, откуда берутся люди с опытом работы, если без опыта работы на работу не берут? Когда я иду в магазин покупать коньяк, я всегда беру килограмм муки, чтобы все думали, что я буду печь торт «Пьяная вишня». Никому не надо 45 килограмм муки. Приходишь в себя, а там никого нет.